Кидаю. Давай. Полицейский департамент Лос-Сантоса, прижмитесь к обочине и заглушите двигатель. Ух ты, второй. Полицейский департамент Лос-Сантоса, немедленно остановите машину, иначе мы откроем огонь. Давай. Ты куда пошел? Прямо? А, вижу, вижу, вижу. Это ЗЗ тут, нет, Егор? Будь аккуратен. Mm. Это он? Да. Ну? Останавливайся, давай. Остановочку делай. Вообще не хватает. Бля, она вниз катится. Ну все, выходим, выходим, выходим. Здрасте. Здорово. Я с Тони Колосуда, Франки Барбосов, уже задержан за 17.6, не находится ваш документ. Коллега, проверьте бортовой компьютер, не влезли данные авто в огонь. Ты не сказал ничего. Что-то пальцем, ты че? Коллега, меня слышно? Да. Проверьте через бортовой компьютер, не является данный автомобиль в угоне. Да, сейчас, секунду. Это угон. Я вижу. Ну чё, выходи, скажи мне. Что там? Так, да, данное транспортное средство находится в угоне. Да, понял вас. Вам еще статья 10.7, где находится ваш документики. Да, ну. Ты, ну, я пока документ. Эвакуирую машину. В штанах, правда. Сейчас надо документ чекнуть. Сука, я заебался тут сразу уже говорить 100 раз. Так, сразу скажи все. А, нормально. Хорошо, это самое. Сейчас надену печатки, прохлопаю, вешаю орешек против. Любите отвертки? Да, ковыряемся, не упасть. Понял. Что? Так, сейчас... Не конкретно у вас, а у вас подобных. Понял, сейчас аккуратно склеили бороду, послали в зип-пакет на сохранение. Сейчас достанем КПК, сверить фотографчик напротив. Давай сюда. Сейчас какой-то дверь автомобиль. Гражданин, за мной, пожалуйста. Сейчас какой-то дверь автомобиль под человека, что время закрыть дверь. Та-та-та-та-та. Нам одобрили? Нет. А. Да? Я заскринил. Заскринил? Все, красава. Давай нуди свою хуйню опять. Да, понятно. Вы имеете право. Я, конечно, не слышал. Молчание. Все, что вы скажете, можете быть использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить услугу адвоката, он будет предоставлен вам государством. Да. Ваш адвокат может присутствовать до время допроса. Вы понимаете свои права? Я понимаю свои права. А что вы сказали до этого, я не услышал. Геймплей, говорю, охуенно. Геймплей? Если на МГП, то мне пох. Чего? Да ничего, душнила неинтересная. Так кто душнила? Вот кто? Чего? А что вы спросили? А почему? Да нет, нет, я не услышал, мы не услышали просто. Ты что-то сказал, но непонятно было. Все, я. Ну скажи по УЦ. Я и говорю свою паузу. А, так повтори, мы просто не услышали. Да не интересно, говорю, все. Сейчас куда я отстану, я стигнулся, человек. За мной. А вот ради интереса вас спросить, с чем прикол вам быть ментом? Лично вас, я всем задаю вопрос. Ну, мне нравится. Ну, допустим, мне не нравится воровать людей и все такое. Мне нравится вот ловить преступников. Ну, знаю, ну, мне, в чем мне смысл? Вот у тебя ничего вообще не меняется. Почему? Ты говоришь одни и те же фразы по 100 раз в день. В чем блин, интерес? Ну а что делать? У каждого своя работа. Это как в Макдональдсе, знаешь. Свободная работа, касса, ты такое. Ты не заработаешь ничего. Почему не работаю? Работаю. Вот смотри. Ну, сколько ты заработаешь? Да, я тут не ради денег. Я... Ну, а нет, конечно, ты заработать.
Не, Сам стал говорю, трудоголиком. я работаю, но не зарабатываю об этом. Садись, пожалуйста, А, тебя не понял. видно. Смотри, Смотри, что... вот. Вот, давай прогибай. Ой, блядь, сейчас я Ага. нахуй покажу, видно. Вот, например, я не хочу, допустим, там краймом заниматься. Мне это вот неинтересно, понимаешь? Ну а что здесь интересно, по 100 миллион Ну, раз отыграть не, одни и те подожди. же Так мне, RP-ситуации? я уже привык, мне это не мешает. Продолжим. Что не мешает? Говорю, я уже привык, мне как-то все равно, мне это нравится, не Так и в знаю. том-то дело, что ты привык, а в чем интерес? Так мне это нравится, я же тебе сказал, вот допустим, я в крайме не вижу смысла, понимаешь? А тут вижу, мне тут нравится, туда-сюда. Короче, ну у каждого свои интересы, тебе край, мне Типа тот. портить игру другим людям Почему? нравится. Подожди, В... это же баланс называется. Если бы каждый Баланс. делал то, что... Да. Но если бы кто... Смотри, ты отводишь все эти угоночки, тебя никто не трогает, ты портишь экономику, понимаешь? А так получается А я ее чуть-чуть так и порчу, баланса. в любом случае буду портить. Ну вот, а мы Типа, мешаем. смотри. Ну, Понимаешь? не особо, Каждому... кстати. Не особо. Вот смотри, за 2 года я играю 2 года. Ничего не поменялось. Блин, это как и в Поэтому жизни, смысл у понимаешь? вас? Вы как... Вас бустят, типа, поблажки дают от админов, а толку-то не меняется. Вы как были бесполезны, так и есть. Ну, у каждого свое мнение, мне тут нравится. Ты думаешь, мы Ну ладно. бесполезные? Мы Да. думаем, что у вас толку нет, так что каждому свое, слушай. А, ну... Ну, смотри, вот, То есть по дням допустим, в день я подожди, бесполезен, да? ну, а смысл? Смотри, вот вы, допустим, воруете людей, да? Вы портите игру другим. Я не Зачем? ворую людей, я Ну, угонщик. Смотри, ты смотри, ну, меня ты сейчас задержал за угонщик. что? За угон. Ну, Правильно. смотри, ну, твои вот Смотри, краймы. кому я мешаю угоном машины? Она скриптовая. Ну, Кому я помешал? смотри, тут есть закон. Это нарушение закона, понимаешь? Законы. Да. Нет, если смотри, если по РП или по, не по РП уже общаемся. Да, говори как Причем здесь хочешь, закон, тут если все то. свои. Ну, причем здесь закон, если это. Я никому не мешаю. Вот вы мешаете конкретно играть. Я никому не мешаю. Мы мешаем, потому что ты их, смотри, воруешь и это, за это денег получаешь, Ну. да? А, тут Ну. есть А скажи, закон. смотри, я тебе Да. вопрос задам. Сейчас 10-гарашка стоит 30 мультов. Как новичку ее купить? Как? Ну, работать. Как я работал на Кем, ферме. сука? Да, Скажи, на кем ферме. ты Вот должен смотри, работать, вот чтобы ты я... 30 мультов наработал? Смотри, я Вот скажи, работал... кем? Смотри, я работал на ферме, да? Вот когда я Ну, себе ты 30 заработал... лямов там понял? За какой срок? За всю жизнь? Да, какая разница, я не знаю. Так подожди, пускай новичок пойдет к вам и будет работать по чуть-чуть, и все. Все будет хорошо. Да он никогда в жизни не накопит, понимаешь, денег. Не, Я на 7 накопит. уровне угона, даже я заебываюсь копить. Ну а что делать? У всех, у каждого Смотри, работа. Ну вот видишь? спринтер Какой задонатил, спринтер? Зачем там купил. 30 тысяч в час? Я одну гонку завезу. Вот у меня сейчас остановили гонку, стоила 25 тысяч. Я ее 10 минут, наверное, искал и вез минут 5. Зачем мне целый час на дальнобой Смотри, кататься? смотри, ты мог остановиться, договориться, ты пошел бы дальше. Мы понимающие люди. А ты решил дальше идти. Да, понимающий Понимаешь? каждый десятый, наверное, блядь, остановлять. Блин, ну Смысл? а что делать? Ты не все душные, понимаешь? Мы можем и Не, окей, смотри, постучаться. а в чем смысл? Вот вы меня остановили, договорились, поехали дальше. Ну Зачем? все просто, что В чем смотри, интерес? если мы тебя остановим, и ты будешь себя там вести, там, причина остановки, покажите Но ориентировку. и в чем прикол? Подожди, Смотри, а окей, мы тоже вы... будем душить. Ты дал денежки, иди дальше свободно, нам-то все равно. Мы просто, как Не, говорится, тогда... играем себе в удовольствие, понимаешь? Смотри, если ты не садишь меня, все-таки отпускаешь, тогда Ну да. вдвойне смысл тебя. Если я также пойду дальше спокойно, но отдам тебе 5 тысяч с 20, да, там 5. В чем смысл-то тебя Так 5? это везде коррупция, в жизни не так, скажи мне. Не, Полицейские так вот... ловят Что наркомана. ты с этих 5 тысяч получишь? Да мне, Что я ты... просто играю, ты понимаешь, я просто играю. Вот смотри, я не хочу терять время с хорошими Тебе людьми. интересно остановить, Ну взять да, пятерку и ну ехать да. дальше? Ну это игра И такая, так по минимум 10 раз в день, да? Так, сколько Сколько там получится? у вас? Сколько получится, это не тоже Я не посмотрим. понимаю. Блин, Просто в ну чем вот интересно? смотри, ты не понимаешь нас, а вот я лично не понимаю крам. Вот ты не видишь Смысл? Я смысл в тебе могу госте. объяснить. Я тебе объясню, в чем смысл меня. Ну. Лям в день. Как ты поднимешь? Вот скажи, кем ты можешь Ну а поднять? За смысл что? от этих Я смотри, лямов в день? я бы угонки не делал. Я бы не делал угонки, если бы не понимал лям в день. Я бы другой хуйню какой-нибудь занимался, любой. Просто скажи мне альтернативу. Так, я не вижу, подожди, я не ищу тут очень много денег, лям и все такое. Я просто играю А себе в вот смотри, сколько удовольствие. ты играешь? Сколько ты играешь? Блин, ну где-то год, ну почти год. В том-то дело. Даже возьми год. Ты чё, ещё не заебал одной и той же хуйней год заниматься? Чё тут не видел? Блин, нет, ну мне нравится, Чем тут но я от заниматься? этого кайфую, смотри, вот так. И За одной и той же... остановишь, там все такое, стрельба, ссоришься с На одну и людьми, ту там же все хуйню такое. скажешь, блядь. Да, ладно, все, давай продолжим, я уже потом не скоро на работу идти. Так, вы хотите воспользоваться своими правами? Да нет, конечно. Хорошо, да, я там Бесполезно тоже. фотографию сделаю. Вот адвокат тоже бесполезен. Такая Не, хуйня ну есть. когда как? Ну, хотя нет, там хотя бы интересно у вас... Ой, Стой, 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 дай я тебе память фотку действительно. сделаю. Да давай, фоткай.
Бля, вот да, видишь, весь диалог этот, я вообще нихуя новый, блядь, я этот услышу по 100 раз, нахуй. В чем, ну, понятно, если меня это заебет, как это вас не заебывает? Вы это еще чаще говорите, чем я это слышу. Да, это нормально. Ну, хоть на 40 минут.